Ислам. Дос. Сообщается, если вы что-то забыли, нужно сказать: «Аллах, субханаху ва та'аля, откроет тебе двери». Вы вспомните Аллаха, Аллах напомнит вам. Когда мы что-то забываем, это от шайтана. Забыли что-то хорошее, это от шайтана. Поэтому мы должны стараться и вспоминать хорошее. Как улучшить память? Выбросьте все ненужное из вашей жизни. Мы не говорим о грехах. Греха не должно быть в любом случае. Мы говорим о ненужном. У многих есть привычка чатиться по ночам, а на утро не могут вспомнить, сколько ракаатов в фаджре, хотя их всего два. Почему они не помнят? Потому что прокручиваете в голове ночные истории в чате. Выполняя намаз, не можете сосредоточиться. В голове бардак. Выкиньте лишнее. Вот почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: одним из признаков хорошего мусульманина является то, что он оставляет то, что его не касается. Это не касается вас. Выбросьте это. В наши дни нас интересует чужая жизнь. Это общая проблема. Никто не может сказать: «Я не такой». Слушая сочные сплетни, машаллах, словно сами выжимаем лимон. Аллах велик. Пусть Аллах, субханаху ва та'аля, дарует нам благо. Мы должны заниматься своей жизнью. Избавьтесь от ненужной шелухи. Увидите, как улучшится ваша память. Просим Аллаха открыть наши двери.